Иди сюда. Ну все, попрощайтесь с папой. Обнимашки. О, смотри, твоя мама. Сброс. Вот же неугомонная. Ну, пока. Удачи тебе. Мам. Я тебе такое расскажу. Папа снова упал. Он лежит на полу и не может встать. Что? Ему вполне удобно. Хотел сесть, но промахнулся. Моя Эбби, ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой на свете. Даже лучше, чем твоя мать. Санитара придется уволить. Позвони и найми нам нового. Нет, нет, мама. Что он сделал? Он давал твоему отцу отраву в виде миленьких съедобных мишек. Помоги мне, мама. Это был хороший автор санитар. Автор сценария и режиссер Маим Дьян. Доброе утро. Здрасте, заходите. Здравствуй, здравствуй. И вам не болеть. Я Джей, садовник. Хоть бы кто-нибудь моими зарослями занялся. О, боже, убейте меня. Как работа? Нормально. Привет, начальница, это Эбигейл. Мой папа умирает, а моя мама... Его мануальщик говорит, что медитация могла бы помочь. Ты брату про меня рассказала. Юдж, мы ему да... Мам... Надо поздороваться, что ли? Ты вроде немного поправилась. Ты бы слышал, что она говорила. Эбби, тебе надо срочно съезжать оттуда. Привет, что такое? Я хотела поговорить с тобой о папе. О. Я не знаю, сколько ему осталось. Да, я понимаю. Твоя жизнь всегда переполнена такими эмоциями, напряжением, стремлением все исправить. Да, по-другому не умею. Маме нельзя оставлять тебя одного. Что ты, дочка, не ругай ее. Она прекрасно справляется, Эбби. А ты ей это говорил? Что-то я бы не смог. Только что сказал. Даяна Эрган. Саймон Хелберг. Номинантка на премию «Оскар» Кэндис Берген. И лауреат премии «Оскар» Дастин Хоффман. Они сделали нас такими. Фильм «Маим Бьялик».